Так, друзья, с вами Николай Ковылов, и вы смотрите Испытатели природы. Это э, проект про исследования буквально у нас под ногами. Я на сегодня взял такую тему, как клетки. Что это такое и как их можно и где увидеть? И самый простой объект, из которого клетки можно заполучить и их рассмотреть. Это... Э, при... Это, в общем-то, самая обычная луковица. И вы знаете, что луковица, она снаружи покрыта какой-то коричневой такой штуковиной, да, коричневыми чешуйками. Внутри эти чешуйки белые. Вот. И, собственно, что это за белые чешуи? Это видоизмененные органы растения. Органов у растения всего несколько. Это корень, стебель, лист, это цветок и плод. Вот и э, ну и кстати стебель вместе с листьями там и почками на нем да называется побег и вот собственно луковица это видоизмененный побег стебля здесь никакого нет корни они начинают отрастать собственно вот отсюда прямо от луковицы такие корни насколько я помню называются придаточные вот стебля нет он страшно укороченный а вот эти белые штуковины которые мы видим э, в луковице это собственно видоизмененные листья и, и, и вот ровно поэтому вот легко себе представить, как трубка, трубка перо лука, да, оно, она не вырастает, собственно, из луковицы, а ее стенки начинают утолщаться, утолщаться и запасать воду. Примерно вот такое здесь и происходит. И с чешуйки, с чешуйки лука очень удобно сорвать сорвать такую вещь, как эпидермис. Я сейчас приближусь. Эпидермис, по сути, кожа. Да, кожа целука. Вот. Эй, ты вообще что-то не хочет. Не хочет камера приближаться. А почему? Ладно, я тогда так покажу. Вот она, эта чешуйка. Видите ее? И сейчас с этой чешуйки я попробую э, пленочку снять. Делается это при помощи пинцета. Также это, снимается довольно просто подобная пленка с листьев любых толстых, тол толстолистных растений, как, например, алоэ каланхо. и каланхоэ. Вот смотрите, что происходит. Это я сейчас за эту пленочку держу, снимаю ее до конца. Она, кстати... Хитрая все время пытается свернуться, но я ей не дам это сделать. И сразу же я отправляю ее в каплю, У меня что -то, не то что капля, а море настоящее. Капля воды, которая была заранее приготовлена. Вот. еще накапываю это воды э, сверху и прикрою все покровным стеклом. Оп. Доску можно разделочную убирать, она нам не пригодится. Вот, собственно, такой препарат у нас получился. Где-то есть крупные пузыри, но мы будем с вами сейчас рассматривать область, в которой этих пузырей нет. Поэтому я сейчас ставлю препарат под микроскоп, препарат кожицы лука. И мы с вами отправляемся из макромира в микромир. Вот мы и в микромире рассматриваем кожу снятую с чешуйки лука и сейчас у нас пока картинка вся размытая но я добавляю резкости Оп. и картинка становится любопытнее еще добавлю увеличение на самой камере значит что мы видим но ну, вот представьте себе сами вот этой штучкой лук покрыт снаружи и в общем-то любому живому существу ему невыгодно чтобы внутрь этого живого существа кто-то или что-то попадало, поэтому и кожа у нас, и эпидермис у лука, он весьма такой плотный, и здесь мы видим вытянутые такие, не знаю, как это назвать, на что-то похоже, как кирпичики, да, в стене, они очень длинные, и они примыкают друг к другу, ну, как, действительно, как кирпичи, как кирпичи в стене, клетка-клетки, вот я произнес, наконец, это слово. Собственно, один кусочек а, из этой общей стены ученый и назвали клеткой. Клеткой. Про... Кстати, м -м, впервые клетку, вот то, что назвали клеткой, рассмотрели не на живом каком-то существе, а на куске пробкового дерева. И сделал это англичанин Роберт Гук. Вот такая получается штука. И, кстати, видно, что внутри некоторых клеток, вот как здесь, например, да, там спрятаны какие-то какие хитроумные шарики. А я сейчас хочу с этим препаратом сделать несколько манипуляций. А именно, я его хочу покрасить. Поэтому мы снова с вами сейчас уйдем из микромира в макромир. И покрасим мы наш препарат, который сейчас видно, какой прозрачный. Кстати, плохо я его накрыл покровно стеклом. Видите, два большущих пузыря воздуха здесь остались. Лучше такого избег... и, и, и избегать. А, покрашу я сейчас вместе с вами и покажу вообще, как это делается, при помощи вещества под названием метиленовый синий. Или синька. Его продают в любых аквариумных магазинах. Я в несколько раз развел его водой чтобы он не был таким ну, совсем уж мощным. И мы с вами набираем пипеткой небольшую капельку метиленового синего и капаем рядом со стеклом. Не на стекло, а рядышком. Смотрите. Оп. И видите, раствор уже туда внутрь побежал. Еще, еще. И еще. А теперь сделаю следующую вещь хитрую. Возьму кусочек салфетки и прикоснусь кусочком салфетки сбоку с другого с другой части от этого препарата. Смотрите, вода начала убегать, а краска снова начала внутрь затягиваться. Оп. кусочек салфетки весь пропитался, поэтому попробую, попробую еще другим. Смотрите, сейчас за счет этого прикосновения вся капля воды, она забежала внутрь стекла, как бы не внутрь стекла, а под стекло. И сейчас клетки там прокрашиваются. Клетки лука, напомню вам. Вот. Я думаю, что этого времени уже достаточно, которое сейчас мы ждем. И поэтому я беру и добавляю сюда к препарату обычной воды. Видите, ну, в воде туда проникнуть некуда, поэтому сейчас давайте снова с вами прикоснемся к краю препарата обычной салфеткой. И видите, вода с одной стороны начинает в салфетку убегать, а с другой стороны капля воды засасывается. Ох, ничего себе, и уже препарат. препарат весь начинает убегать. В чем дело? А, зацепился, понятно. Вот, но все-таки здесь слишком такие места у него прокрашены. Добав... Давайте еще добавлю воды. Обычный да необычный. Оп. И хочу, чтобы весь объем этой воды сейчас у меня оказался под стеклом. То есть мы замещаем э, и одновременно еще и разбавляем воду с краской, меняем ее местами с обычной водой. Оп. И вот видите, на уголке салфетки покрашенная вода, а вот дальше как-то уже она вполне себе такая бесцветная. Вот, 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 вот. Убираем, убираем. Ну и все. Видите, капля с одной стороны практически практически исчезла. Она вся оказалась теперь под покровным стеклом. Что сейчас делаем? Как сейчас поступим? Отправляемся с вами сейчас, не выключаясь, снова в микромир. Я цепляю камеру, телефон с камерой, к, к микроскопу. Закрываю краситель, который сейчас чуть у меня не разлился, и тогда было бы совсем совсем беда. И стараюсь найти то положение, в котором камера будет смотреть прямо в микроскоп, а не куда-то. А не посторонними делами заниматься. Эй! Вот сейчас было. Вот-вот-вот чувствуется, да, Сонь? Чувствуется, что почти. Но не хочет. Не хочет. О-о-о-о-о! А вот так можно сказать, что хочет. Видите, друзья, всякие вот эти. Хитрости микроскопные, они постерегают нас. Буквально. Держи, пока сонь. Я настроюсь. Буквально на каждом шагу какая-то хитрость. Мне кажется, наклон. Наклон не хватает. Эй-эй. О! Замечательно. Поле зрения есть, но пока там ничего нет. Самого препарата нет. Я помещаю туда стекло с нашим микропрепаратом. Ага. И теперь, собственно, клеточки и границы между ними, они стали видны почетче. Я сейчас приближусь. Угу. И мы видим, что у нас тут... Во-первых, вода это была из аквариума, поэтому тут носится, эти несчастные инфузория, который не знает, не знает, куда идти вообще. Куда я попала? Как я попала в окружение этого лука? Значит, вот эти границы между клетками, которые мы с вами видим, они называются клеточные стенки. И они у растений состоят из целлюлозы. Чтобы вам лучше представлять, что это такое, из целлюлозы же делают бумагу. Вот. Это довольно крепкие оболочки, поэтому клетки внутри этих оболочек, они как рыцари. А вот что мы сейчас видим по центру экрана, клетка и внутри нее какой-то кругляшочек. Я даже попробую сейчас увеличение перевести на 200. Оп. Ага, и вот тут у нас, конечно, объектив совсем, совсем бедовый, но тем не менее это, это место видно. А, это не только объектив бедовый, но сейчас еще и зум камеры, поэтому все это накладывается друг на друга. Ну вот, смотрите, внутри клетки Видите такое овальное... овальная эта штука называется ядро. Уберем немного увеличения камеры, да. Вот оно, вот оно здесь это ядро видно. А, собственно, так выглядят очень многие живые клетки. У них есть гр граница, а вот, и у них есть ядро. Ядро как такой как командный центр, да. Ядро как хранилище генетической информации вот такие скажу слова Но под микроскопом этого к сожалению не видно что там в ядре хранится как это выглядит а теперь я хочу вместе с вами снова уйти из микромира и попробовать приготовить препарат клеток человека своих собственных клеток друзья чтобы приготовить последний на сегодня препарат и довольно сложный, а именно клетки клетки человека, клетки нашего собственного организма, нам потребуются следующие предметы. Это предметное стекло, это ватная палочка и, как ни странно, зажигалка. Также еще, друзья мои, краситель, потому что наши клетки, они прозрачные, как и клетки лука без окрашивания, и мы той же самой синькой наши клетки покрасим, чтобы они были видны. Вот. Но для начала, что мы сделаем, откуда вообще клетки можно в человеке получить. Из лука, из луковой кожуры мы живые клетки с вами доставали просто вот отсюда, с внутренней поверхности чешуйки. Поэтому бывает предположение, что можно взять, допустим, кусочек нашей кожи и там то же самое увидим. Но как бы не так. Дело в том, что снаружи наша кожа это уже клетки не живые, поэтому никакой там серьезной красивой картинки мы не увидим. Поэтому нужно забраться в такую часть человека, где эти клетки живые, и тут нам понадобится ватная палочка. Клетки мы сейчас с вами соберем со щеки. Я не буду показывать это а, вот собственно на видео, это выглядит довольно жутко. Но как я это сделаю? Пожалуйста. Я отправляю эту ватную палочку себе в рот, прикасаюсь к щеке и несколько раз провожу. Вот, и все. Дело в том, что теперь клетки, которые были у меня на щеке, они, на щеке, они перешли на ватную палочку. И с ватной палочки я их переношу на, э, на предметное стекло. Я просто в центр стекла начинаю сильно-сильно давить, и как будто бы что-то размазывать. И тут лишняя вода нам не нужна. Ее достаточно, как бы, не знаю, 100 сливные, наверное, которые сюда попадают. Все, замечательно. Ну что? Теперь нам с вами нужно. Э, вот, собственно, этот препарат он совершенно прозрачный, даже не верится, что здесь что-то есть. Нам его нужно покрасить. Покрасить. Но тут дело сложное. Потому что если я прямо сейчас капну сюда краситель, то клеточки, которые здесь лежат на стекле, они в, в этот краситель всплывут, да, точнее, попадут и э, будут в нем плавать. И когда мы краситель уберем, они уплывут вместе с ним. То есть, это не ситуация, когда у нас есть пленочка, где клетки держатся друг за друга очень плотно, да. Э, нет, у нас ситуация совсем другая. У нас тут будут, ну, не буду говорить, что сами увидите. Поэтому, прежде чем мы с вами это отправим краситься, нам надо провести стеклом, про, нам надо провести стеклом над пламенем свечи я ой или свечи или зажигалки поэтому я зажигаю зажигалку и несколько раз в то место где у нас находится клетки я вот так на стеклом провожу это очень похоже на пригоревший блин то есть блин если его передержать на сковородке он перегревается и к сковородке прилипает то же самое сейчас произошло с нашими стен э, клетками они прилипли вот к этой части стекла с той стороны, где было пламя, появилась копоть. Это, кстати, интересный вопрос. Откуда вообще купить берется? Копоть убираем. И что сейчас делаем? Вот сейчас уже можно на это самое место нанести краситель. И посчитать примерно до 20. Соня, посчитай, пожалуйста, помоги мне. Давай, вслух. Один, два, три, четыре, пять. Добавлю еще. Шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать я думаю что клетки прокрасились хотя знаешь давай еще несколько секунд э, подождем <сёжит> что мы сейчас с этим красителем сделаем если мы попробуем рассмотреть вот напрямую то, как вы видите, капля, она довольно такая темная и видно будет плохо. То есть все будет видно синим. Поэтому оставшейся салфеткой я сейчас уберу этот краситель и я не боюсь, что не боюсь, что клетки просто уплывут, потому что мы их с вами прижарили. Поэтому вот этим ужасным кусочком прикасаемся. Уходит, уходит вся лишняя краска отсюда, видите? Все. Ушло. И вот сейчас такой препарат мы с вами отправим под микроскоп. Друзья мои, и что мы сейчас видим на препарате, который только что сделали, а мы брали с вами часть моей щеки, красили ее и погружали под микроскоп. Если мы красили в синий цвет, то, то собственно, те объекты, которые прокрасились, они тоже станут синими. И мы сейчас здесь видим раскиданные в поле нашего зрения многочисленные такие синевато-фиолетовые капли. Кляксы, точнее. Я погуляю сейчас по этой капле, по препарату. И видим, что они есть во многих местах. Видите, вот здесь целая группка. Такие свернутые, к сожалению. Вот здесь фиолетовенькая, здесь тоже. Ой, Здесь какие яркие, посмотрите. Вот. Ох, а вот еще. Друзья мои, вот это. Вот это. Клетки моей собственной щеки. Как вы помните, в клетках, вот здесь еще через воду смотрим, в клетках лука мы с вами видели внутри вытянутых клеток лука ядро. Если приблизимся сюда, давайте теперь на 200, да, шаг, скакнем на 200. На 200-кратное увеличение. Сейчас было 80. О, и в центр. Вот, это очень трудно. Но я попробую. Вот. То эта клетка будет выглядеть вот так. Посмотрите-ка. Видите, да, что происходит? М -м, такая многоугольная клетка, похожая на кляксу. Клетки человека и животных не окружены таким плотным панцирем из целлюлозы, как клетки лука. Вот, поэтому они, в общем, могут менять свою форму. И в центре этой, ну, не в центре, а внутри этой клетки мы с вами видим ядро. Кстати, клетка не приклеилась, смотрите, она начинает уплывать. Вместе с током воды, который был краситель, она начинает уплывать. Кстати, обратите внимание, что клетка эта, она такая шершавенькая. Один мой друг, молекулярный биолог, говорил, что вот эта шершавость клетки темненькая. Так выглядят бактерии, которые все время живут у нас во рту. Вот, и вреда нам при этом особого не приносят. Вот смотрите, то же самое, такая свернувшаяся клеточка, и в центре, в центре у нее ядро. Давайте вернемся на 80, и еще, и еще, и еще погуляем. Напомню вам шаги. Ватной палочкой проводим по внутренней поверхности щеки, натираем то, что попало на палочку, на центр, в центре предметного стекла, прям трем-трем-трем. Потом, вот здесь какие, видите, большие, ого-го. Потом это все а, прогреваем, прогреваем а, в пламени, чтобы потом клетки у нас никуда не уплыли. Вот. И красим метиленовым синим. Получаем, собственно, вот такую картинку. Вот. Ох, вот здесь, слушайте, вот здесь целый зоопарк. Посмотрите, здесь их сколько. Как их тут много. Еще раз напомню вам, что это клетки. Клетки с моей собственной щеки. На этом... Все. А, кстати, прежде чем прерваться, это доказывает, что мы с вами тоже клеточные существа. Причем не просто, а много клеточные существа. Даже с одной на одну палочку, да, с моей щеки попадает. Ну, сколько здесь клеток, я даже не знаю. Сонь, как считаешь, сколько их тут? Клеточки? Да, ну вот посмотри, мы бродим. И вот на крохотную палочку сколько клеток попало. Не знаю. Да? Сколько там вообще? Ну, просто очень-очень много. Ну что ж. На этом мы с вами закончим э, погружение в микромир, и мы под, получили подтверждение, что кожица лука и наша кожица внутри чеки, они, в общем-то, состоят из клеток, и есть и общие части, как вот и границы клеток или ядра внутри них. Так и различия. Клетки лука, они крупнее и похожи на кирпичики, да, и снаружи покрыты твердой клеточной стенкой. А ничего такого в наших с вами клетках, конечно, нет.